такой именно сладкий мальчик. Всю ночь, каждую ночь. Да поехали вниз, не хочу найти их. Мало того, что пидоров показываете, так еще. Категорически вас приветствую на канале Руля Гейм Онлайн. С вами Росси, и нам звонит Джеки в Киберпанке 2077. Пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Собственно, вот так вот. А потому что вот не зря мы вот это тундун соединялись. Видите, как бы это как будто мы подцепили какой-то, наверное, мерзкий сифилис. Я как бы хрен его знает. Так. Что тут у нас есть? Посмотреться в зеркало, но мне нахрен не надо. А пописить в туалете можно? Опа, включить воду. Давайте помоемся. Блять, вот прям как я в жизни моюсь. Бомба. Вы чувствуете это? Максимально... погружение, мы стоим в одежде, катушки наши купола душу нашу радуют. Ладно, выключаем. Мы же как бы собираемся правильно смыть. А что смыть? Может, я хотел бы сходить туда. Мы же как бы собираемся выходить, поэтому покупались, смыли. Так, отскок мгновенно останавливает. Чего вообще мне эта информация, блядь, вылезла беспонтово? Ну, мне нахуй не надо. Город мечты называется у нас задание. Давайте зайдем в наш арсенал. Итак, тайник. Ваш тайник. Это защищенное хранилище, которое доступно во всех ваших убежищах и транспортных средствах. Если вы положите вещь в багажник своего автомобиля, то сможете достать ее из тайника. Понятно. Хорошо. Давайте открыть тайник. Что у нас есть? Что у нас есть? Это то, что у нас, как я понимаю, в тайнике. Да? Это то, что у нас. Хорошо. Я в тайник положил. Наверное, так. Пускай будет. Не знаю. Нет, заберем это обратно. Нож. Нахрена мне тут это? Любимая футболка Ви. Испачканная майка, уличные штаны. Хорошо, а у меня что тут есть еще? О, подождите. А то у меня, оказывается, еще и куртка есть. Рваная военная рубашка мусорщиков. Сбивает врага с ног ударной дозой китча, купленная вскоре после первого налета с Джеки. Ну, настрой до оружия весь так же, только здесь у нас 5,9 брони, а тут 9,9. Давайте ее оденем. Блядь, я ее туда убрал. Какого хрена? Ладно, то я одену. Что это? Классическая плоская кепка. Ботиночки сейчас переоденем. Ботинки, что тут у нас? 3,9 единиц. Здесь... 5,9. Блять, сейчас переоденемся. Так, все, закрываем этот беспонтовый тайник, он нам не нужен. Открываем инвентарь. Рюкзак. Так. Вот, я хочу это выставить, к примеру, на второй слот. Модификации насадки. Это что, смерть увеличивает критический урон на 6%. Модификация. Компоненты. Так, с этим разберемся. Одежда. Значит, одеваем вот эту куртку. Вот эти ботинки одеваем и кепень какой-нибудь. Ну вот этот, солидная соломенная шляпа. Раз она солидная, обязательно тогда ее оденем. Создание. А что тут я могу создать? Игла заблокирована. Нужно обычные компоненты предметов, необычные. Пока заблокировано. Знаете, как говорится, очень интересно, но ничего не понятно. Так, персонаж, новый уровень. Уровень 2. Реакция, сила, техника, интеллект, хладнокровие. Реакция. Это характеристика влияет на нашу маневренность, в том числе общую скорость передвижения. На каждом новом уровне реакции ваши показатели меняются. Пассивная вероятность уклонения от атак врага увеличится на 1%. Вероятность критического попадания урон от клинков богомола увеличивается. Хочу вот это, блять, просто хочу. Боже мой, это еще какой-то 5 уровень реакции. Винтовки, соколиный глаз. Карабинер. Уровень
Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов увеличится на 3%. Опасность сближения. Быстрые удары прикладом винтовок, пистолетов пулеметов в ближнем бою наносят 50% больше урона. Смертельные прятки. Вероятность критического попадания при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов из-за укрытия повышается на О. Или же прицеливание при стрельбе из винтовок и пистолетов ускоряется. Давайте, наверное, возьмем вероятность критического попадания. Вы знаете, люблю криты. Вот так вот. И что, еще могу? Опа, еще могу. Недостаточно качественных способностей. Ну и не надо. Краткостволы, клинки. Что здесь? Опытный стрелок. Перезарядка пистолетов револьверов на 10% быстрее. Коэффициент урона от попадания в голову при стрельбе из пистолетов и револьверов увеличится. Цель голова. Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов увеличивается. Сейчас распад. Вероятность критического попадания при стрельбе из пистолетов и револьверов повышается. Вот. Я хочу криты. Криты хочу. Но у меня нету уже очков, поэтому на этом пока все. Очень интересно, но ничего не понятно. Так, ладно, идем. Джеки нас ждет. Мы переоделись. Ну, пока нормальный. Нормальный такой дробовичок, только я бы его спрятал бы. Вот. Привет, Вим. Привет. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. С какими... Падай, сука, давай! Маромойки мне звонят постоянно. Нет. 14 не пойдет. Так, привет, это Реджина Джонс. Говорят, ты ищешь работу в Отсоне, а я как раз по этой части. Если хочешь применить свои навыки по назначению, глянь мои заказы. Справишься, выдам еще. До связи. Понятненько. Ясно, понятно. До свидания. Привет, Вик. Привет. Хороший день для пары раундов. Пойдешь? Отцепитесь, мне некогда. Ты мой новый мальчик для битья. Только что на... Так. 5 лучших работодателей Night City за 2077 год. Настало время. Так, Арасака, всемирно известный японский дзайбацу, вновь зашел на первое место. Militech, крупнейшая компания Америки по производству оружия, биотехника. Кантау, корпорация Night. Вполне бюджетная битва Night, понятно. Херня, короче, никому не интересная информация. Даже интересно, как он справится с таким, как... Так. Это нам сюда. Какой именно сладкий мальчик. Всю ночь, каждую ночь. Да поехали вниз, не хочу найти их. Мало того, что пидоров показываете, так еще... Че? Новое сообщение. Какое сообщение? Есть этот вариант повеселиться и заодно подзаработать. Скоро начнутся бои, мне кажется, ты можешь поучаствовать, присылая координаты соперника. Вперед за деньгами и славой. Кстати, ты не можешь драться в других районах, пока бои с взрослыми не откроют. Не переживай, я тебе первым напишу, когда все уляжется. Смотри пару слов о твоих соперниках. Кабуки, сюрприз, придешь и увидишь Роя, Бак из 6 улицы, мерзкий хер. Нет, давайте пока... Да, оптику сломал, пасть завали. Поехали вниз, короче. Пока я тут всех не распедалил, если вы понимаете, чем. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров «Но». Спонсором фестиваля является корпорация Арасака. И, что не может не удивлять, сама Ханака Арасака сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WNS пожелать вам веселого и мирного праздника. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Читал я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал тебе дельтовать. Да, надо было. Какая разница, что этот киберпсих был ходячим танком? Итак, заявки на расследование полиции заплатит вам за помощь. Заказы. Фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры — это посредники и укажут вам на доступные заказы поблизости. Фиксеры, как прям как фиксики. Типа нужно что-то починить. Полицай. А вот и Джеки. Я что-то не удивлен, что он жрет.
Надеюсь, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Не знал, что ты любишь азиатскую жратву. Мне казалось, для тебя она слишком экзотическая. Ну да, а чего ее не любить? Лапша есть. Синт-мясо есть. Если пахнуть еще чили, получится сопа де фидеус, как у самой мамы Уэллс. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глюч? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Козырнем как бы нашим этим. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики. И привет. Угу. 2 года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь затянуло. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Сделаем Америку великой вновь. Так, хорошо, Джеки, давай. Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы. И этим можно воспользоваться. Точно, эссе. Выиграют все. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, эссе. Ну, понятно. Ладно, договорись с ним. Послушай, что ему надо. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я разбираюсь. Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Грасиас, адиос. Стой, Ено. Я пригнал твою тачку. Отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Так, чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство, используйте... Вигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это прям как плотву позвать. Ну что, дельтуем? Посмотрим, погнали, как она бегает. Погнали. Слышь, ребенок, мама знает, чем ты занимаешься? А, блядь, он вообще пропал. Ну, поехали кататься. Куда едем? К Риперу? Эй, Эсса, не гони, а? Я ж только поел. Да хорошо. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она мила. Ну, постоянно одни свидания. Полуслова. Ага. Ребятки, первый раз за рулем, поэтому могу немножко подтупливать. Ну, в том плане, как тут вообще ездить. А, да, ну типа такого. Бля, бля, уёба получилось. Еще раз починят. Изучая на сети окрестности, вы можете наткнуться на контейнеры с ценными предметами. Найти их непросто, поскольку они не отмечены на вашей мини-карте. Понятно. Но вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее... Не только вам! Понятно. И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза... Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Это хорошо. Я тут пока посижу. Нам с Мисти надо поболтать. Поболтать.
Так, что тут у нас? Раджа Шавкат. Ты мне нравишься. Гражданская. Гражданская. А киску я вот эту киску не могу просканировать. Ладно. Так, установка киберимплантов – популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Понятно. Вики, привет! Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Заплачу, когда выполню. Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Конечно. Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Давай. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Так, киберимпланты. Это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях. К 2077 году установка имплантов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства. Ее могут проводить только специалисты-риперы. Я за это читал, спасибо. Итак, что мы имеем, как она говорится? Операционная система Militech Parline, обычная. Базовый объем памяти 2, размер буфера 2, размер ячейки 2. Не самая производительная, но достойная внимания кибердека, способная выполнять разные задачи. Главное проявить терпение. Так, ладно, оптическая система. Что она предлагает? Оптика Кироси. Улучшает зрение, ячейка модификации имплантов. Так, распространенная система оптических имплантов, улучшающая зрение и позволяющая сканировать окружающие предметы. Вот это бомба. Вот это я понимаю. Вот это я согласен. Так. Все полученные импланты можно установить или продать в любой клинике. Хорошо. Допустим. Назад. Ладони. Что здесь у нас возможно? Баллистический процессор. Повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает оптический имплант с системой оружия, позволяя отслеживать его состояние в реальном времени. Сопроцессор, встроенный в сервомоторную систему. Повышает вероятность рикошета при стрельбе стандартного оружия. Ну хорошо, пускай так. Запиздячим себе. То есть как бы поставим. Есть такое дело. Лобная доля. А что тут вообще? Только покупать. Ладно, пока поставим то, что нам предлагают, а то уже все будет потом. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано.
Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Это отлично. Я готов. Я готов. Вырезай. Давай. Отлично. Можем работать. Твою руку, игрок высшей лиги. Положить руку. Мне твои дела вообще не интересны. Вот молодец. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего. Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать. Я ж просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Просканировав человека с помощью оптического гиперимпланта, вы можете узнать о нем много полезного. Насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному нетранеру также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Хорошо. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Понятно. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. База данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях, за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми. Поэтому их судьба зависит только от вас. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Давай. Ну да. Так, а что с вирусом, скажи мне? Там еще этот нейровирус. С последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Спасибо. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Иди. Покажи там всем. Давай. Только не забывай, когда выйдешь там в свою высшую лигу. Покусики. Хочу киску погладить. Люблю кисток, если вы понимаете, о чем я. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще Ви, всего... тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет. Хочу тебе
тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто выложить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Да что там происходит? Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами. Несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие. М-гранаты, некоторые боевые устройства, модификация, которая превращает оружие в несмертельное. Если оружие, боевое устройство или скрипт наносит несмертельный урон, это будет указано в их описании. Понятно. Так, вы можете получить награду за обезвреждение преступников, объявленных в розыск полиции Найт-Сити. Вознаграждение будет зачислено на ваш счет. А, кто тут у нас? Ты кто? Вымогательница. Банда Тигриные Когти. Ага. А ты кто? Тоже вымогательница. А ты? Вымогатель. Понятно. А с кем вы стреляетесь? Тоже Тигриные Когти. Ага, стреляются они с полицией. Ясненько. Ай-яй-яй. Хотел подкрасться. Ух ты. Они рубят так нормально. Некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире Найт-Сити и открыть новые возможности. Еще хочу ширнуться. Понятно как. Я хочу поменять оружие. Есть у меня другое? Вот это, к примеру. А, это вообще близко. А нет. Попал. Паша, лучше лежи. Ты смотри, он подхилялся. Блять, я в упор в него выстрелил. Что за херня? Все? Кто теперь крутой? Что тут у тебя? Так, стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета, если у вас установлен баллистический процессор, имплант. Понятно. Я могу выбирать направление рикошета. Это хорошо. Ну, в общем, я думаю, что я хорошо поступил. Я убил плохих ребят. Полиция мне за это скажет спасибо. Ну, что тут, можно что-то выпить у вас? Вкусного. Я понабирал кучу всяких штуки, надо посмотреть. Надо глянуть. Рюкзак. Оружие. Так, что тут у нас? Ну, стандартный пистолет-пулемет. Штурмовая винтовка. Поэтому я хочу взять ее вместо вот этого. А пистолет-пулемет вместо вот этого. Попробуем так. А чё бы и нет, правильно? Здесь что у нас? Курточка. 4,5 единиц брони. У меня 9,9, у меня получше. Гранаты. Это шумовая. Используется. Хорошо. Мусор, все предметы. Насадки, модификации. Канон мини. Трибуна. Ну. Я хочу ее, к примеру, использовать. Наверное, надо на этом одевать. Ух ты. Прикольненько. Винтовочку сразу перезарядить надо. Все.
Так, прячу. Она мне не надо. Че там? Привет. Поехали кататься. Привет, черномазый. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Что ты за проверка, слышь ты? Мистер Ви? Мне важна победа, а не участие. Цена не главное. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. На самом деле я просто не мог выбрать другой ответ, я так скажу. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Почему я не могу, блядь, выбрать? Что за хуетень? Вообще не слушает меня этот. Алло. Ну ладно, ну продолжай. Что за дело ты примите? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Блять, реально не могу переключить. Что за хрень? Хренотень. Ладно, что там за дело? Что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Ну давай. Тлень. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот Болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за Болта уже заплачены мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы... Так, а ну подождите, ребята, я вот так вот сделаю, потому что непонятно, почему не работает. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Вопросов Думаю, нет. Я знаю все, что надо. Пора за работу.
Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Все, пропустить поездку. Потому что мне вообще не нравится, что я не могу выбирать так результаты. Жизнь или смерть в лучах славы. До скорого. Все, пока. Всего хорошего. Счастья, здоровья. Здоровья, счастья. Что там? Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Все равно, блин, не могу выбирать. Вы представляете, что происходит? Че, да слышу. Короче, он, да. Типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил прикол, дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. О, слава богу, я не хочу оружие дал вообще. Номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. О, все, пацаны, я разобрался, пацаны и девчата. Нужно было просто оружие спрятать. Так, есть еще что-нибудь? Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Дэк что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Конечно же, Мальстрём. Думаю, сначала постучимся к Мальстрёму. Ногой. Орле, тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. До скорого. До скорого. Все, значит, следующая наша будет задача поехать на Мальстрём и разобраться. Но это, ребятки, будет в следующем видео. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайк, ставьте дизлайк. С вами был Росси, канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.